История дня на ТВ Рус. Привет всем, это ТВ Рус на календаре 18 ноября. Давайте пробежимся по истории этого дня. Смотрите, какое любопытное совпадение. 18 ноября родились сразу два человека, которые имеют отношение к мандаринам и к елкам. Во-первых, Дед Мороз, а во-вторых, человек, который снял самый новогодний фильм «Иронию судьбы» или «С легким паром». Это Эльдар Рязанов. Кстати, он просто обожал холоднючее мороженое и вообще обожал вкусно поесть. И говорил: «Я не гурман, я просто обжора». А еще сегодня день Микки Мауса. Именно в этот день, в 1928 году, впервые миру показали мультфильм с его участием. Кстати, вы, наверное, не знали, но до 1947 года Микки Мауса озвучивал сам Уолт Дисней. Но потом пришлось отказаться из-за хронического кашля и из-за курения. Кстати, про курение. В каждый третий четверг ноября ежегодно отмечается Международный день отказа от этой пагубной привычки. Кстати, термин «курение» появился лишь в 17 веке. До этого все это дело называли сухим пьянством. А вообще, бросить курить легче, чем кажется. По крайней мере, так считают 60% тех, кто смог это сделать. Они так и сказали: вот если бы знали, что будет так легко, давно бы уже бросили. И еще один интересный факт из истории этого дня. 18 ноября в 1870 году появилась первая линия голубиной почты, которая связала Тур и Париж. Каждый голубь тогда доставлял где-то 20 писем. Вот такой любопытной оказалась история этого дня. До встречи завтра на ТВ Рус. Все, пока, пока. История дня на ТВ Рус.